День добрых дел. Кирилл немного поторопился с появлением на свет. В первые месяцы жизни он был обычным младенцем, милым и улыбчивым. Но постепенно у малыша стали проявляться особенные черты лица, что тревожило и пугало. Когда мальчику исполнилось 2 года, его знали все специалисты в нашем городе. «С таким маленьким ребенком мы не занимаемся», – говорили они. «Приходите хотя бы через год». После осмотров в Казани и Москве стал ясен диагноз Кирилла – сенсомоторная алалия на фоне поражения мозга. Как пояснил один врач, это сродни микроинсульту. Однако, если взрослый человек может после него восстановить память, то маленькому ребенку вспоминать попросту нечего. Выход один – долго и упорно, с отставанием от сверстников, вырабатывать различные жизненно необходимые навыки. Вот уже 3 года Кирюша, сейчас ему 5, занимается в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогою добра». Успех налицо. Если сначала мальчик лишь сидел и недоуменно озирался, то сейчас он активно включается в работу, произносит первые слова. Но в основном пока Кирилл общается с помощью карточек, на которых изображены важные для него термины «мама», «дом», «машина», «заниматься». Мама мальчика говорит, благодаря Кириллу мы стали ближе друг к другу. Мы не горюем и не ссоримся всерьез. Мне хочется дать ему столько, сколько смогу. Даже если сын не может понять, что значит день рождения, надо дать ему это почувствовать, найти способ показать радость жизни. Кириллу и многим другим ребятам, занимающимся в Центре «Дорогою добра», не обойтись без нашей помощи. Чтобы Центр продолжал работу, чтобы особенные дети росли и развивались наравне с ровесниками, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. «Ступени». Пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.